Здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео будем разбирать триплей подписчика. После перерыва, видимо, возникли у него какие-то трудности с игрой, поэтому будем помогать триплей разбирать, на ошибки укажем и подскажем. Карта Минск. Довольно-таки простая карта, как и все карты в картохе, потому что это две дорожки. Две дорожки, посередине неведомая... нечто. В данном случае у нас одна дорожка — это большой город для тяжей, где куча тяжей сейчас, и малый город для более-менее бронированных танчиков, более-менее бронированных для СТ-шек. А центр ЛТ-шки покататься могут и посветить на центре, ПТ-шек всяких в кустах и так далее. Сзади нас умирает Е25, мы на это не обратили внимания, пока тут боролись с лестницей. А могли бы обратить и стрельнуть. Сзади нас умер Е25. Мы этого даже не заметили. Это первое. Второе. Мы выехали вот тут вот на середину. Мы сделали это очень плохо. Очень плохо мы это сделали. Неправильно. И сейчас у нас практически все днище торчит. И все враги, которые находятся прямо перед нами в кустах, а они там все время находятся, потому что больше на ПТ-шке особо негде стоять, они могут спокойно нам накидывать в днище. Это уже вторая ошибка на ровном месте. Итак, что мы здесь делаем? Непонятно. Враги дают нам по нам выстрел, и понятно становится, что делать нам здесь нечего. Что мы здесь делаем? Опять вылазим туда же. То есть мы на своих ошибках прямо во время боя мы не учимся. Это плохо. Следующее. Центр у нас для легких танчиков, там всяких, которые светят и так далее. Мы Т-54 образец 1. Танк, у которого пониженный обзор. И в принципе у него все параметры пониженные. Зато броня ВЛД повышенная. Все параметры ушли в ЛД. Итак, мы не должны здесь находиться, мы не светляк, и делать нам здесь нечего. И даже когда мы здесь находимся, мы неправильно здесь вылазим. Так делать нельзя. Мы подставляемся, сливаемся и ничем полезным не занимаемся. Мы должны ехать в малый город. И там, если у нас есть броня, мы играем активнее. От бортика, там, от башенки находим себе место и бодаемся с врагами. Поскольку если малый город выиграет, одна из команд, она потом подожмется под большой город и зажмет в клещи тяжей. Плюс еще нам нужно успеть выиграть малый город до того, как тяжики союзные в городе сдохнут. Иначе потом мы под город можем и не подъехать, если они растянутся вдоль всей карты, займут и... наш город и свой. Потом нам будет тяжело, и мы будем на зелени сидеть в надежде, что на вражеских тяжах глупцы будут выезжать в открытое поле и сливаться. Мы не поехали в малый город, и сейчас наши шестерочки 6 левела, пупсики маленькие внизу списка, бодаются против танков 7 левела вражеского. Им тяжело, они не могут продавить, но наш герой в топе сидит и кемперит по глупцам вражеским, которые бесполезны и не влияют на победу, потому что они сидят в городе и перестреливаются непонятно с кем и подставляются. Если враги так играют, они бесполезны, беспонтовые и ни на что не влияют. И то, что мы сейчас по ним настреливаем какой-то урон, это не влияет ни на что. Они и так где-нибудь сдохнут. Такого уровня игроки найдут, где слиться. Но дело в том, что мы пользы никакой не приносим. Вот в чем беда. Мы должны были поехать в малый город и уже его выиграть, помочь нашим союзникам. Поскольку видим, что в большом городе тяжелые танки. Им, видимо, тяжело, не хватает либо скилла, либо везения, либо еще чего-то там им не хватает. Они, короче, умирают. Вражеские тяжелые танки выигрывают, а союзные проигрывают. Поэтому нам нужно бы уже выиграть малый город и поджимать большой. Для того, чтобы от башни светить,
накидывать урон, танковать башни и помогать нашим тяжам в городе, которых осталось 1,5 штуки. Т-29 у нас там на воде где-то плавает. И Тигр один в городе стоит. Все. Всего-то осталось 2 тяжа. Вот еще один умирает. И остается Тигр один, которого-то и тяжом сложно назвать. Потому что он не особо-то бронированный. Зачем мы тут сидим Т-28 выцеливаем, не сильно понятно. Потому что это один, наверное, из самых крепких танков 8 левела. Давным-давно пора бы нам уже куда-то поехать и что-то поделать. И немножко ускорим. Наш герой все-таки поедет в малый город. Только вот примерно сейчас он поймет, что все-таки нужно поехать в малый город. Но мне сдается не потому, что он решил глобальную тактику на этой карте все-таки довести до ума. Выиграть малый город, чтобы зажать вражеских тяжей в большом городе и с двух сторон их там додушить. А просто рядом были враги, и он посмотрел, о, враг, стрелять больше некуда, поэтому я туда поеду. Очень часто в этой игре, в нашей, протанчики, люди останавливаются где есть, просто потому что там кто-то где-то засветился и кемперят до упора, пока есть возможность просто нажимать выстрел по врагу, все. Никакой задумки, никакой тактики, глобальный набой, ничего в голове не происходит. Это я так вижу со стороны. Может быть там в голове прям буйство тактик, и все там кипит, бурлит. Но мне так со стороны кажется, как будто бы смотришь туда, а там ничего не происходит по поводу глобальных тактик, как выиграть бой, довести до победы и так далее. Доехали мы до малого города вот на 8-й минуте. 7 минут стояли на центре, кемперили, НЛД свое всем показывали и отстреливали дурачков, которые занимались какой-то ерундой. Стояли там в каких-то дырках в городе и ничего не делали. Вот таких чуваков мы расстреливали, которые вряд ли на что-то влияют. Теперь давайте подумаем, а что было бы, если мы поджали малый город, проехали по нему и выиграли. После того, как мы выиграли малый город, нам нужно поджаться под большой. Как это сделать? У нас есть здесь холмики, ямка, кучки всякие и кусты. Мы можем туда спокойно через мосты подъезжать. И самый опасный мост, наверное, вот этот, потому что через него надо сразу влево в ямке сворачивать и пытаться занимать рельеф. Наш герой не особо влево едет, он решил тут покататься. Видимо, только спустя какое-то время поймет, что здесь никакого укрытия нет и нужно все-таки ехать влево. В целом, по всему бою видно, что наш герой все-таки до правильных решений доходит, но крайне поздно, крайне неаккуратно, нечетко. Поэтому бой затянулся так долго и под угрозой слива даже будет этот бой. Хотя, казалось бы, счет-то хороший был весь бой. Но так долго мы затянули и так неаккуратно мы все делаем, что если бы ВБР был немножечко не в духе, мы бы проиграли этот бой. Если сейчас бы вражеский Альпин Тигр пробил нас голдой, а он имел шанс пробить, у нас уже было бы намного меньше хп. И если бы он не занимал вообще эту позицию дурацкую, с которой он никуда не выйдет, его можно расстреливать и подъезжать с любой стороны и делать с ним что угодно, было бы намного тяжелее. То есть просто мало того, что врагу не повезло с ВБРом, у него не пролетел никакой там урон, альфа, пробитие, ничего не вылетело, ВБР сказал, не, ты недостоин, да и сам он сыграл не очень, позицию дурацкую выбрал. Но все равно могло быть все по-другому. Теперь у нас остается Т-28, и у нас 3 танка было, но зачем-то Су-101 и наш герой на Т-54 первом образце лезут в лоб на Т-28. И наш герой целится не в лючок, а чуть ниже.
и будет туда стрелять довольно-таки часто, и неправильно он целится. Надо в середину лючка стрелять, а не под лючок. Также у образца еще не самая точная пушка. Зачем мы лезем на Т-28 в лоб, я не понимаю. Мы можем объехать, мы можем с Е-25 развести и можем, в принципе, сбить гусеницу Т-28, закрутить его и убить. У нас есть ХП, мы можем даже принять снаряд один. Но мы зачем-то вылазим под него башней и получаем пиздюлину. И у нас уже 400 хп. Зачем мы это делали, я не понимаю. Да, Е-25 написал, что у него один снаряд. Но смысла с этого не сильно много. Поскольку он не нанес в жопу Т-28 урон своим одним снарядом. И даже если бы нанес, ему бы вряд ли хватило альфы. Мы могли просто подождать, пока Т-28 приедет сам, выехать, получить пиздюлину, сбить гусеницу, закрутить его и убить. Либо объехать сами. Но мы просто дотянули опять до того, что у нас уже мало ХП. Если у него пройдет альфа, мы умрем. И мы не крутим его, и не сбиваем гусеницу, мы опять занимаемся какой-то чепухой. У Е-25 нет снарядов. Мы стоим и целимся в лючок. Не попадаем. Потому что пушка не самая точная, ВБР, вся фигня. Т-28 сбивает гусеницу, мы чинимся и не сбиваем ему гусеницу, просто едем. У нас 411 хп. Мы подставляем борт. У него не проходит альфа. Нам просто повезло. Просто повезло. Прошла бы альфа, мы бы сдохли. Был бы выстрел в борт с поджогом, что часто бывает у селков, мы бы сдохли. Боеукладка под башню легко. Он мог бы даже сбить еще раз нам гусеницу. И мы бы приехали. А у Т-28 пушка довольно-таки неплохая. И он бы нас добил. А Е-25 вообще фигней какой-то занимается. Он бы особо ничего не сделал. Да и снаряда у него нет. Нам просто повезло, точнее герою повезло, что он выиграл. Поскольку этот бой был изначально неправильный по тактике, с кучей ошибок, мы часто подставляли, занимались не тем, чем нужно, чтобы победить, и ошибок просто вагон. Но мы их разобрали, на этих ошибках можно чему-то научиться и сыграть в следующий раз лучше. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.